Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, и мы продолжаем проходить Angry Birds. Ну что же, ребята, приступаем. Забрал я тут ежедневную награду. Август. Ладно. Так, мы с вами остановились как раз на том, что заработали, точнее получили новую птичку, которую звать Бомб. Вот нас теперь четверо. И тут, смотрите-ка, какой-то пиратишка нам решил преградить путь. Это что еще за такой выскочка? Извините меня. Так, свиная мощь 36, награда какие-то камушки. Давайте проучим этого сосунка, я думаю, никаких проблем не будет. Такое впечатление, что у него вот это вот... Нет, я думал, у него будет штурвал, это в виде оружия, но ничего подобного. Кстати, я не понял, а где у меня бомб? Эй, ребята, вы бомбы-то мне верните. Замечательно, я-то думал, что мы будем тут вчетвером растусовывать, но почему-то не вышло. Странно. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Видимо, я могу с собой брать в компанию только троих птичек. Ой-ой-ой, это будет плохо, ребята, если там только на выбор. И ядрить его на корень. Значит, их можно, им, значит, можно в пятером, в шестером нападать, да? А я должен только вот своей компашкой из трех птичек здесь разруливать всю эту ситуацию. Какого лешего, ты еще позвал подмогу себе? Ах ты охламонище. Ладно. Так, ну-ка давай-ка бомбани этим неуклюжим. Давай, чак, тресни хорошенько. Вот и другой разговор. Ну, и что же нам делать? Я даже не знаю. Давайте вот этого оглушим. Вот так вот, повязочка слетела с глаз, фингальчик свой оголил. И, ребят, мы получаем, кстати, 7-й уровень. Вот это вот уже хорошо, между прочим. И у меня готов перец. Перец я использую на чака. Что он будет делать? Ух ты! Ух ты! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, чак. Ты наделил злостью моего пернатого друга, маленького коротышку красного. Умница. Красава. Что я могу еще сказать по этому поводу? Так, ну что ж, я думаю, осталось совсем немножко этому пиратику здесь куковать. Ну давай, чак, не подведи меня. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну как ты так, ну... Хотя, в принципе, ему все, крышка. Отлично, ребята. Ух, прошли мы этот уровень, елки-палки. Ну как же так-то, ребят, я думал, что бомба мне дадут, а... Получилось-то, что нет. Сейчас мы посмотрим с вами. Точнее, я посмотрю внимательно, что здесь можно изменить. Как мне его вообще в команду? Я хотел посмотреть, что это за птичка и с чем ее едят. Так... Ага, значит, он куда-то опять от нас убегает. Ах, ломоны такие, куда он тут? Так, ребят, новый уровень, у нас сила подросла до 69. Ну и, соответственно, атака и здоровье увеличены. Эпичный пакет, это все, конечно, хорошо, но за деньги я не буду здесь ничего покупать. Спрятался он, типа, да? Нет, сынок, ты от меня не спрячешься. Давайте мы здесь... А я что, не могу здесь камушки забрать, а? Печалька, ребят, печалька. Так, ну что ж, как-то мне нужно посмотреть мою команду, ребят, да? Чего я и хотел сделать. Бомба как-то надо устанавливать к себе. Да делал я уже это, что в самом деле? Ага, вот, значит, как оно делается, да, ребята? Значит, мне на выбор. А тут что такое? Бесплатно написано. Олег Афанасьев, Олежа. Я что-то не понял, что произошло-то? Это что такое, Олежа? Это ты у меня тут теперь будешь красоваться? Очень интересно. Замечательный автопортрет. Олежа, привет. Это, кстати, мой друг и товарищ по работе. Если кому не известно, в принципе, зачем вам это знать. Но так, к слову. Ну что ж, давайте глянем, что здесь у нас бесплатно. Вещи из легенд комплектов. Бесплатное вращение. О, вот это, конечно же, нужно сделать обязательно. Как же? Как же без... Нежная книга. Ребят, нежная книга и... К сожалению, она очень плохая получилась, без звездочек, без всего. Меня просто-напросто надурили. Нет, Олеж, ну на самом деле, что ты здесь делаешь, а? Так, как мне изменить состав своей команды? Вот что мне сейчас в данный момент интересует. По ходу дела вообще никак. Интересно.
А, ёлки-палки, это я, оказывается, к нему заходил. Вот в чем дело, ребят. Так, надо будет ему сказать, чтобы он заходил в игру почаще, чтобы я получал монетки. Так, что мы сможем сделать? С вами можем мы сделать такие вещи, как, например, вот, смотрите-ка, что это такое? Морская ягода. А что ты у нас делаешь, ягодка? А, ничего, это просто улучшенный ингредиент, получается, и делается он из воды и семечек. Замечательно, да? Ягода делается из воды и семечек. Из воды. Ну, давайте сварим. Ой, не-не-не-не-не-не, покупать нет, не будем. Не хочу я делать этого. Ну, почему написано, что одну я могу сделать? Ну, давай вот, а, вот как надо было. Я сразу 10 штук тут решил сделать. Ладно, будет у нас улучшенный ингредиент, 3 штучки. Хорошо, ладно, я на это согласен. Так, и вроде бы как тут у нас все. Ну, а как же мне птичку-то поставить? Как же мне тебя в команду, дружок, забрать? Карамба, 1000 чертей, ну, прям истинный пират. Или я чего-то не понимаю, ребят, или... Так и должно быть. Ну нет, ну это фигня полная, потому что должна быть команда полностью сплоченной. И где-то здесь наверняка надо кликать. Ага, вот. Ах ты, ну-ка, вот так вот мы сделаем. Ну, София, ну... Надо же мне попробовать вот этого чувачка, бомбера. Ну без хила тоже плохо, а? Как же мне быть теперь? Разорваться теперь, что ли? Без чака тоже не пойдет. Может быть, вот так вот попробуем. А сколько ты вообще наносишь? Наносит 86 единиц урона, да? А ты у меня сколько наносишь? 45. Слушайте, давайте на разочек, наверное, возьмем его. Посмотрим, что он из себя представляет. Правда, он у меня не экипированный вообще, грубо говоря. Так, ну что же, вот у нас очередной бой, ребята, давайте глянем. И первым у нас ходит Чак. Давай, бомби их всех. Так, отличненько. Ну, а теперь бомб. Как ты у нас тут? Ну-ка, прояви себя. Ребят, довольно, довольно нехило бьет. Черт подери, вот София, зачем ты встала вперед? Ты же у меня не танк. Ох-ох-ох-ох-ох, сейчас я чувствую, будет тут всем плохо. Давайте еще раз бомбанем. Интересно, а что у него, как бы вам сказать, за супер... Удар. Как хорошо. Ну, я имею в виду, например, вот это вот лечит. Чак у нас там делает всякий щит. А что у нас бомб делает? Ну, честно говоря, сейчас что-то мне неохота это смотреть. Хотя дайте-ка проверим. Что такое? Что ты сделал? Если бы я еще понял, что ты сделал, а? Бомб, елки-палки. Надо посмотреть по характеристикам. Сейчас звезданет. Ой, звезданет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. А ну-ка, бомб, покажи, что ты умеешь. Вот это бумкнул. Да, а Софию надо нам подлечить, ребят. Как ни крути, иначе ее подобьют. Нам это не нужно. Нам она еще очень сильно пригодится. Да что ж ты лезешь так не все, а? Ты достал. Ой, только не ударяй. Только не ударяй. Так, давай бомб вот этого заколбасим мелкого. Слушайте, что-то я привык к своему красненькому этому птенчику. Я хочу его вернуть, наверное, в отряд. Хотя и бомб тоже неплохой. Ну, черт. Вот она в чем, ребята, вся и райса. Но единственный недостаток, что бомб у меня все-таки, еще раз повторюсь, не одет. Он просто с голой задницей здесь бегает, грубо говоря. С какой-то перчаткой там, с боксерской. Только не... Нет. Ох ты, хорошо ты, конечно, дал. Дал ты очень хорошо моему бомбу люлей. И за это он ответит. Подожди-ка. А, ну да, мы уже проверяли, что он делает. Так. Давай-давай, иди лучше подумай-ка в сторонку, а мы тебя потихонечку здесь разберем. Давай-ка, София, подхил. И бомб у меня делает завершающий удар. Все, ребята, мы победили, мы проходим с вами далее. Эх, надо все-таки, наверное, возвращать мне моего птенца. Так, смотрите, довольно неплохо у нас все выпало здесь.
и продолжать им. А уже когда мы, наверное, оденем нашего злого бомба, мы его поставим в команду. Наверное, скорее всего, да? Так, ну что ж, давайте тогда выберем. Давай, возвращайся. Не понял. Их можно... Их можно было всех, что ли? Ой, дурила. Ну, ребят, извините. Нет, нельзя. Нельзя все-таки. Значит, я не дурила, все нормально. Вот так вот мы делаем. Да, три птички максимальный у нас состав в компашке. Не понял, что сразу-то? Без, даже без отдыха. Ну, хорошо, получайте тогда свое. Давай, София, всем под хил. Отлично, и начинаем разбирать. Ну, их тут слишком уж много, что-то мне кажется, а? Да, вот здесь бы как раз пригодилась бы молния, ребята. Да успокойся ты в самом деле-то уже, а? Слушайте, а София довольно неплохо держит удар у нас. Она такая, знаете, как... Танкуша, грубо скажем. Неплохо. Берет на себя, как сказать, урон. И в то же время идет под хил у нас. Ну, отнимают, конечно же, больше, чем хилят. Что? Что? Ага, он ее пометил как цель. Ну, все. Вам не сдобровать. Давай, отлично. Так, кого бы вот этого, наверное, мелкого хмыреныша. Так, у меня готов перец, и я сейчас, наверное, заюзаю. А на кого можно заюзать? Кто у меня тут очень так хорошо бомбит? Это будет Чак. Давай, Чак, вот так зажги. Ух ты, ух ты. Просто круто. Что я могу сказать еще? Обалденный суперудар. Также не забывайте, что София, когда мы на нее делаем перец, она начинает всех хилять здесь. И причем довольно неплохо хилит. Ну, я решил почему-то именно на Чака сделать, потому что сами видели прекрасно, у него очень такой супер удар, когда все начинают атаковать, грубо говоря, в ярости. Что ты мне пометил-то тут? Иди отсюда, метчельщик. Твоих компаньонов-то уже нету, мне все указывает цели. Ну что же, проходим, ребят, мы очередную миссию. Три звезды, все в шоколаде, сейчас рулеточку еще крутанем. Удачно, причем крутанули. Получаем реворд. И идем с вами далее. Подождите, я, по-моему, нажал второй раз. Сейчас посмотрим, короче, ребят. Надо нам передвигаться уже с этого места. Что мы тут на одном уровне на этом зависли. И нам нужно двигаться в каком направлении, это интересно. Нам нужно с вами двигаться. Чё-то я не понял. Ага, вот сюда. Погнали. Ну что ты тут смеешься? Пираты. Иммунитет к отрицательным эффектам. Вот оно что, ребят. Вот почему у меня мой Чак не может повесить на них истощение. Ага. Ладно. Как-нибудь, думаю, и без этого справимся. Вот так вот получите. Так, этот пока там будет в думках, мы сделаем вот так вот. Все у меня радостные, все довольные. Атакуем. Иммунитет, да, ребят, у него иммунитет не только... Хорош, елки-палки, ты уже надоел тут своих этих охламонов-то призывать. Ну-ка, Чак, давай зажги. Ого. Так, выдержали. Ну... Чак, устроим тут всем. Так, отлично. Ух ты, хорошо-то как получилось. У-у-у, великолепно. Но он сейчас, я так понимаю, опять вызовет свою подмогу. Да? По ходу дела, да, что там, подзадумался, призадумался, но ничего не стал почему-то делать. Так, подождите, мы сделаем вот так вот лучше. И атакуем. Так, что? Вызывает, да? Вызывает своих охламонов. Ну, я думаю, мы его успеем разобрать, естественно. Ну, давай, Чак, не подведи. Готовченко. И этих двух сосунков мы сейчас просто-напросто убьем по-быренькому. Пустим их на шашлычки. Хотя, честно говоря, я не стал бы этот шашлык даже пробовать. Уж больно они какие-то мерзкие, вот эти свинюхи. Почему-то зеленые. Видно, уже не первой свежести.
Ну что же, мы прошли с вами уровень. Три звезды, да, дайте три звезды. Три звезды, отлично, три звезды мы и получили. Дайте семечки, дайте, ага, конечно. Дали тебе семечек. Ну что же, мы с вами продвигаемся дальше. Кстати, нам еще доступна будет одна птичка. Не знаю я, кто это будет, но, видимо, какой-то маг. Потому что дальнего здесь нету. Типа стрелков или еще что-то. Ах, смотрите, опять у нас от нас сматывается. Опять он мне показывает язык. Ну я тебе язык-то сейчас этот отраву. Давайте тогда мы сюда. Что же я вам скажу, ребят, свинская мощь 32. Пи, думаю, без проблем все будет. Ну, мне почему-то кажется, что это будет длинный коридор, где будут враги за врагами появляться, да? Нет? Нет, самый обычный уровень. Начинаем. Ух ты, хорошо бумкнуло. Давайте. Так, отлично. Не добили, к сожалению. Вот это ты правильно. Да почему у меня Чак на первом месте? Он должен... где-то там позади стоять. Ах. Так, вот этот хламон мне не нравится, если честно. Что такое было? Вы посмотрите, что он сделал. Перчик, копись быстрее. Ты мне сейчас очень сильно нужен. Хорошо, прижучили. Так, вот, да, бейте лучше Софию. Она у меня более-менее сильная такая, крепкая. И должна выдержать все удары. Так, отлично, мы здесь замбомбили. Все, осталось у нас тут два свина. Давайте этого грохнем. Не получилось, к сожалению. Кого он ударит сейчас, этот охламон, а? Ах ты, что ж ты делаешь? Что ж он делает? Ну, Чак, показывай. Вот так. И еще так, и вот так. Вот это другой разговор. Что такое? Что тебе не нравится, а? Зеленосвин. Давайте отхиливаться. И бомбить. Бомбить этого. Да хорош, успокойся. Ты. Да. Так, подожди, ребят, надо подлечить Софию. Это мне не нравится, что происходит. Надо ее пожалеть маленечко. Слушайте, будем мы делать? Да, наверное, не будем, да? Хотел я эту перчик немножко подзаправить. Ну, сами понимаете, но. Наверное, мы все-таки должны справиться. Итак. Да. Все отлично. Ух, ну три звезды нам явно в этом раунде не дадут. Хотя, почему? Все шикарно у нас вышло. Три звезды плюс хороший реверт. Не ожидал, честно признаюсь, не ожидал. Думал, от чего, кстати, тут зависят звезды, тогда я не понимаю. Я думал по урону, чем больше урона они получают, тем меньше дают звезд. Но, как видите, я был неправ. Ну, что это там? А, мы только сундук тут какой-то открыли, да? 20 монет, какая-то книжка дала, дали нам. Ну, а вот и сам свин. Ух ты! Я бы сказал бы, как в этом. Ух ты, пух ты, 47 тысяч мощей. Ой, 47 тысяч мощей. Все, уже хастл в голове. 47 свинской мощи. Это серьезная заявка, мне кажется. Ну, будем разбираться. Будем разбираться с этими хламонами. Давайте сделаем, знаете, что, вот так вот. Чак, кушай. Молодец. И теперь будем... Так, подожди, София, давай вот так мы на тебя сделаем. Ах ты... Думай, иди, думай. Ну, пока вроде бы более-менее. Так, давайте атаковать вот этого. У него меньше всего хп. Чак, атакуй. Шикарно. Все, сейчас ударит. Кого он будет ударять? Да, да, да. Он никого не стал ударять. Он стал призывать. Слушайте, я даже не знаю. По идее, тут надо вот этого хламона бомбить. По большому счету. Но в тот же момент вот эти будут нам вредить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, придется... Да не то я хотел сделать. Да куда ж ты перец использовала, София? Не то я хотел, к сожалению, сделать. Я хотел на Чака. Получилось на Софию. И она сделала свой отхил. Ой-ой-ой-ой-ой. Эта промашка нам может
дорогого стоить, ребят. Ну что же, будем надеяться, что у меня сейчас быстренько накопится еще перец, и мы все-таки успеем прописать. Да, он накопился. Будет призывать? Нет, не призывает. И давай, Чак, жги. Вот так. Вот так. И вот так. И еще так. Отлично, добиваем. Все, отдохни там маленько. Разбуянился. Ух, победа за нами, ребят. Прошли мы уровень. С двумя звездами, вот этого я не понимаю. То с тремя, то с двумя. От чего это все зависит? Да, в принципе, и не столь важно. Так, ну что, мы заберем у него этот штурвал или нет? Я так понимаю, мы за штурвалом бегались за ним-то, чтобы забрать его. Или я ошибаюсь? Так, мы его зажали. Опа, клюнули. Да, ребят, мы забрали у него штурвал. И, как видите, бомб очень доволен. Радости нет предела. И что тут у нас? Ага, он говорит, что у меня есть лодка здесь недалеко, и мы как раз можем, типа, доплыть до принца Сало. Мы получаем с вами, ребята, новый уровень. Наша птичья сила стала 72. И птичий корабль мы получили. Подними паруса и исследуй семь морей. Карамба, пришло время новых приключений. Я полностью, бомб, с тобой согласен насчет этого. Но, как бы мне здесь что-то сделать? Где же тут? Неужели вот этот камень неактивный, а? Почему он не функционирует? Я не понимаю. Зато пенек у меня, смотрите. Я могу из него вытряхнуть все добро, что в нем хранилось. Все, кончилось. Так, и больше у нас нету. Сюда мы с вами не можем пробраться, потому что у меня не хватает очков дружбы, видите ли, вот так вот. А как говорится, у кого нет очков дружбы, тот сидит и помалкивает. Ну что ж, давайте поплыли к этому буйку. Сколько? 55? Ребята, он меня превышает. Известковая лагуна. Так. Ну давайте подумаем. Подумаем. А что если я вот так вот сделаю? У пирата же иммунитет к отрицательным эффектам, да? Давайте я рискну вот так вот пойти. Так, ладно, давайте попробуем. Ай, не знаю, что у нас из этого получится хорошего, но будем надеяться, что все прокатит. Вот хорошо, что бомб бьет так бьет. Смотрите, просто крошит врагов своей перчаткой боксерской. Просто на отпашь, на тебе, как говорится. Хук слева, хук справа, апперкот и все там подобное. Ну что ж, давайте вот это вот жирного, он меня нервирует. Еще разок. Так, София, что ты у меня сделаешь? Ты пока ничего не сделаешь, поэтому вот это вот молокососа бомбани. Что ты там, что он? Это какой-то напоминает мне берсерк. Ух ты, довольно неплохо бомбанул. Да получи ты. Так, надо вот этого добить. Нечего ему тут, как говорится, землю топтать. И, ребята, у меня готов перец. Слушайте, стоит его сейчас активировать или нет? Слушайте, я думаю, не стоит. Там дальше будет враг намного сильнее для него и победить. Да что такое? Я думал, добили мы его. Нет, только сейчас у нас это получилось. И хи-хи-хи, Софиюшка, что же мне с тобой делать-то? У тебя очень-очень мало хп. Так. Ну? Давай, пернатый. Эх ты, ну, да хорош-то отцепись ты у меня, Софи. Что ты к ней прикопался-то уже, а? Все, сделали. И еще у нас впереди одна вражеская команда, вот она. Вот это да, ребят, вот это команда. Придется мне тратить последний мой коктейльчик на Софию. И давайте на бомба применим. Бомби. Очень, я вам скажу, шикарно. Он бомбанул просто изумительно. Так, главное теперь нам этого свина победить. Я даже не знаю, как у нас это получится. Ну-ка, что у нас тут с пирогом? А с пирогом у нас все отлично. Так, жгем. Надо еще накопить нам на один... Так, погоди-ка. Вот так мы сделаем лучше подхил. Он все думает в разум. Еще один
Шанс у нас есть до следующего его удара. Ай-яй-яй-яй, ударит, сейчас ударит, да? Ох ты! Но нам повезло, ребята, и я... Слушайте, я сделаю, скорее всего, вот на моего пернатого дружка. Психует, бьет. Слушайте, довольно неплохо ударил. Все, скорее всего, мы его сейчас победим. Есть! Есть, ребята, мы его одолели. Ух, я в этом, честно говоря, сомневался маленько. Но я потратил все, все свои коктейли, все свои соки. Очень и очень плохо. Надо как-то, ребята, это все восстанавливать. Как говорится, варить эти все зелья или что с ними, или покупать. Я даже не знаю, что нам делать. Дальше пойдут бои не из легких, а мы с вами с пустым рюкзачком. Да, получается так у нас. Что это за ракушка такая, а? Что это такое? Ух ты, из нее, вон, смотрите, что выпадает. Всякие вкусные плюшечки. Все, осушили мы ее. И это нам вот так вот вокруг, что ли? Да, получается, нам придется делать круговую с вами. Другого выбора у нас нету. Так, ну что же, мне нужно глянуть, ребята, наши коктейли, где они тут у нас делаются. Я без них дальше не пройду, боюсь. Надо как-то что-то варить. Что-то могу скрафтить. Интересно, что? Так, тут у нас это понятно все. Книга. Слушайте, книга для Чака, и она какая-то улучшенная получается. Ну, для этого мне нужен пергамент. А пергамент из чего делается? Не знаю пока. Ну-ка, где тут у нас пергамент? В принципе, я могу сделать одну-то штучку. Оп, две звезды. Так, три пергамента мы с вами получаем, да? И теперь уже я смогу сделать Чаку книгу вот эту вот. А, нет, ребят, не смогу, нужно 10 пергаментов. Слушайте, больно жирно уж как-то. Ну, давай-ка посмотрим ингредиенты. А вот это вот вполне мы можем с вами сварганить. Так, почему одну звезду? Ну почему одну? Всего один коктейль. А, нет, два. Два дали коктейля. Ну это же мало, ребят. Это очень мало. Давайте еще с вами сделаем. О, это уже лучше. Я вообще лучше, конечно, 4 хотел бы. Так, у нас уже 5 коктейльчиков. Ладно, забираем. Ну и еще попыточка. Варится, варится каша. Да ядрить тебя на корень. Ну что ты будешь делать? Ну почему один-то, а? Выпал. Хорошо, еще попытка. Да ладно, вы уже издеваетесь просто надо мной, а? Просто издеваетесь. Что у нас здесь? Подождите, это мы знаем, что здесь. А вот это что такое? Зелье опыта? Смотреть. Любимое блюдо могучего орла? Смотреть. Это как понять? Смотреть. Ну, давай смотреть. Ага. Это значит... Купить, что ли? Да, ребят, получается, все покупается. Ну, так нечестно, я думал, можно самому сварганить. Любимое блюдо, у тебя ноль. А что оно вообще делает-то? Эй, покажи, что ты делаешь. Не показывает. Хорошо. Вот это я смогу сделать? Да, давайте, наверное, мы с вами сделаем еще один пирог для нашего любимого перца. Ну, неужели 3 штучки у нас сейчас будет? Это уже хорошо, это меня радует. И банана не хватает еще на один коктейль. И в общей сложности мы, в принципе, нормально с вами так получили. А что здесь такое? Что тут? Смотреть видео. Посмотреть видео сейчас и получить подарок. Нет, я лучше один раз крутану. Катящаяся бомба? Хо-хо. Ну-ка-се. Так, это мы поняли все. Качепся бомба. Оно у него экипировано или нет? Или это я опять только... Так, что? Не пойму, что лучше? Серия атак. А здесь фокус-покус. Восстанавливает здоровье на 10% от нанесенного урона. А вот это что? С шансом 30% дополнительно нанесет 50 урона случайному врагу. Ядрить его на корень. Я даже не знаю, что лучше, ХПшку или... Давайте вот это вначале. У нас все-таки по ХП специалист есть один.
Ух, надеюсь, я не делаю ошибки никакой. 50% урона случайному врагу довольно неплохо. Так. Ну что ж, ребят, давайте тогда на этом я, наверное, закончу этот выпуск. Мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. Как говорится, отдохнем, немножко расслабимся и с новыми силами вступим в следующий бой. Ну а на этом все. Всем пока и до скорых новых видосиков, ребята. Всем удачи.